Всем привет, друзья! Вы на канале Братья по играм, и сегодня хочу вам показать достаточно интересный продукт. Называется он так и называется, дословно, если вы переводите, экипаж бомбардировщика. В общем, вот такая вот инди-игрушечка позиционирует себя как стратегия-симулятор. Вот. Ну, по поводу симулятора я не знаю, можно ли отнести ее к симулятору. Ну, что-то стратегии такое, да. Есть такое дело. А в общем, нам предстоит экипажем бомбардировщика вот этого чуда воздушного судна, как оно здесь написано, управлять экипажем из, сколько там, 5 человек, по-моему, если не ошибаюсь. Не, какие 5? Ой, дофига. 7 человек, друзья, 7 человек, да. Вот, здесь нужно будет их одевать, обувать в соответствии, там, допустим, с поставленными задачами. В принципе, как бы, да, здесь первые миссии, они, их можно, так скажем так, с нахрапом, да, брать. То есть, так, в лоб. Но последующие миссии нам уже придется задумываться реально. Иногда даже, да, точнее, иногда очень часто нам придется даже отступать, скажем так, лишь бы сохранить самолет и экипаж. Потому что если мы теряем экипаж или самолет, ну, даже какого-то члена экипажа, он все, он исчезает навсегда. Здесь нет такого, что хоба записался, например, потом не понравилось, как отыграл, снова загрузился и попробовал снова. Нет, здесь, друзья, такого нет. Здесь, как говорится, одна жизнь у вашего члена экипажа есть, и вот, и нужно ее беречь и, так сказать, охранять. Так что, ну давайте не будем здесь на этом долго останавливаться. В общем, со временем будете получать опыт. Будем получать опыт, друзья. И будем что-то новое делать. Пока вот такой стандартный камуфляж. Единственное, можно вот зимние свитерочки на них натянуть. Они прибавляют теплоизоляцию. И в случае, если, например, мы потерпим крушение, да, но выживем, у нас будет какой-то шанс вернуться домой. То есть нам тоже такая рулеточка будет. Но, в общем, шанс увеличивается, если мы наденем свитер. Ну, давайте на них на всех пока наденем свитерочки. Здесь можно сразу экипировать на всех. Вот, на всех одели свитерочки с оленями, чтобы нам потеплее было. Так, воздушное судно. Воздушное судно тоже также имеет куча разных снаряжений, которые можно устанавливать. Ну, турели, например, да, вот. Здесь получается хвост, подфюзеляжная турель, верхняя турель. Подфюзеляжная она пока не установлена. Ее можно, конечно, установить, но у нас... Кстати, денег хватает, но пока мы не будем ее ставить, потому что на первых миссиях, на первых уровнях она особо не нужна. Носовая турель. В общем, со временем там будет списочек открываться. Чем дальше вы будете играть, появляться у вас будет опыт, и, соответственно, будет новая возможность открываться. Вот. Здесь также можно на фюзеляжик броню установить, но пока мы ничего установить не можем. Так что давайте сразу пройдем инструктаж. Так, выберем мисочку. Вот. Есть такая, моторный завод. Что же, да? Склад боеприпасов. Ну, давайте склад боеприпасов попробуем и взорвать. Так, ну вот интересное управление. Я подобные игры на самом деле не играл. То есть можно покрутить вокруг самолетика, как вы хотите. Можно приблизить, можно просто одной клавишей сразу вот так вот непосредственно в кабину попадать и уже какие-то манипуляции совершать с членами экипажа. Ну, давайте совершим взлет. Так, вот у нас пилот есть. Нажимаем взлет. Дальше у нас бортмеханик. Ну, у него пока никаких возможностей нет особых. Так что он будет пока у нас чинить дырки, когда будет самолет терпеть, скажем так, потери, да? Не потери, а будет поврежден. Так, втянуть шасси, это влияет на время, которое мы можем провести в воздух, то есть на расход топлива. Поэтому шасси нужно не забывать убирать. Дальше. В общем, здесь управление происходит такое достаточно интересное. Чтобы, допустим, нам идти к каким-то точкам, нужно нажимать на пробел. Так, вот оно, чик. И оно пошло по курсу. А вот карту можно посмотреть, где мы находимся. Ну, в общем, как бы наш навигатор. Эй, навигатор. Как бы нас, видите, вот следующую точку он
покажет нам через определенное время. То есть, соответственно, если со временем будет опыт появляться у ваших персонажей, у вашего экипажа, это все будет происходить быстрее, появляться новые возможности. Ну, пока, конечно, это все потихоньку, медленно. Ну, первый уровень, можно сказать, это такое обучение. Вот. Так, там у нас была задача от бомбардировщика. Выбираем человек, который отвечает за метание бомб. Вот он у нас в носу сидит. Он сейчас сидит у нас за пулеметом, но мы его, соответственно, перетягиваем чик. Так, вот появились цели. Давайте их выберем, чтобы самолет пролетел над ними. Так, вот пошел. Дальше открываем створочки. Выбираем. Сейчас загорится, сбросить. Загорелось. Все, створки открыты. Бомбометание. Дальше мы летим непосредственно над... А вот видите цели, как появились вражеские, зелененькие. То есть на радаре сейчас здесь обозначится. Чук. Нужно их тоже помечать. Но пока давайте сейчас сброс произведем. Так, ну давай. Пошла. Ух, уничтожили. Отлично, дальше нам нужно пометить теперь самолеты. Где они тут у нас? Вот они. Их тоже нужно пометить. Для этого вот так нажимаем пробел, снова помечаем. Для того, чтобы пулеметчики наши могли работать, бортовые стрелки точнее. Потому что по непомеченным целям они, соответственно, не работают. Вот, ну и дальше мы опять же наблюдаем, чтобы не кончились у них патроны в пулеметах. Нужно их будет посылать. Можно горячими клавишами. R и F. R это за боеприпасами товарищ пойдет выбранный. А F это он пойдет на... Давайте этого тоже пока поднимем. На стрелка. Так. Что-нибудь там стреляют. А, вот побочные задания. То есть совершать аэрофотосъемку. Можно. Тоже это нужно вам делать, ребят. Давайте переведем нашего стрелка в отсек. И вот сделать снимок. Сейчас он пролетит. Так, делаем снимок. Чик. Все, разведданные разведывательные снимки сделаны. Так, вот еще вижу, на радаре появились самолеты. Их нужно тоже пометить сейчас обязательно. А вот они. Не помечены еще. Ну, со временем там, возможно, появится функция. То есть автоматически помечать, когда ваш радист... За это, кстати, отвечает радист. Замечает на радарах цели. Давайте сместимся назад. То есть здесь нет такого, как мы привыкли, да, клавишем управлять самолетом. Нет, самолет он летит бы сам. Мы единственное, что по точкам можем его вести. Ну и, соответственно, следить, чтобы... Вот видите, кончились патроны уже у товарищей. То есть помечаем его так, нажимаем R. Он пошел за боеприпасами, взял и пошел обратно. Это тоже клин кончается, патроны. Давайте тоже отправим его. Вот, тоже пошел. Так. Дальше. Вот еще, кстати, возможность совершить аэрофотосъемку. Ну, это обязательно нужно делать, ребят, потому что за это много дают очков. Они нам ой как понадобятся, потому что нужно будет и самолет усовершенствовать, и... Так, стоп. Давайте... А, он внизу как раз он сидит. Сейчас сделаем снимок. Что-то пропал. Чик. Сфотографировали. Есть. Так, вот еще одна цель помеченная, чтобы совершить выброску бомб. Так, совершить бомбардировку. Ну вот, самолеты это уже появились на радаре, но нам сначала нужно не пропустить. Так, у нас открыта створка. Давайте быстренько пометим. Где они? Блин. Нет, так, давайте уже совершим бомбардировку. Нехорошо, конечно. А здесь, конечно, нужно больше внимания уделять именно воздушным целям в первую очередь. Так, чик, сброс, сделали. Дальше его обратно переводим сразу на стрелка. Давайте уже будем метить цели. Потому что, как я уже говорил, если цель не отмечена, наши товарищи не стреляют по ним. Так, ну вот как бы вот в этом и заключается такой экшон, да? Ну, пока еще... Так, это я вижу цель, но... Так, а что он стреляет? А, есть. Нам еще на самом деле, ребят, везет, в плане того, что... В плане того, что еще не было никаких серьезных повреждений.
То есть обычно бывает ни с того ни с сего какая-нибудь система или гидравлика накрывает, или электрика, скажем так. Вот так. Ну вот, в принципе, как бы мы достаточно удачно совершили. Достаточно удачно совершили вот такую вылазку. То есть наш самолет, ну, покоцали, но какие-то вот основные, допустим, моменты, что пропеллеры не повреждены, это на самом деле редко так бывает, но как-то вот подфартило. Не, ну игрушечка такая интересная. Выполнена достаточно такой приятный дизайн у нее. Вот, и необычный, как я уже говорил, она очень-очень необычная. Ну, по крайней мере, для меня, как не избалованного, наверное, инди-играми. На самом деле, я редко запускаю какие-то и смотрю. Ну, вот, данная игрушечка зацепила. Так, вот, взлеточка уже появилась. Так, есть. Ну, все, идем. Идем на посадочку. Посадочка совершается тоже в автоматическом режиме. Единственное, что нужно будет сейчас шасси. Выпустить шасси. Ну вот, напоминаю, вот сейчас смотрите, видите, вот ради интереса, на 11 минут топлива у нас, да, на 10 минут. Сейчас шасси выпустим. Вот, выпускаем шасси. Сейчас сразу упадет. Чик. 9 минут, то есть 2 минуты, грубо говоря. Ну, при посадке он скидывает газ, поэтому, видите, осталось, то есть не актуально. Но где-то примерно шасси, где-то минут 5 топлива экономит. Поэтому здесь нужно следить как за топливом, как за целостностью самолета. Вообще очень-очень много моментов, на которые нужно обращать внимание. И, как я уже говорил, очень часто нам придется просто отступать, бросать задания, лишь бы спасти наш самолет и экипаж. Вот, потому что, как показала практика, даже если какая-то аварийная посадка, либо там с парашют успели прыгнуть, опять же, если парашют у нас загружены в отсеках, то не всегда мы будем выживать. Будет такая рулеточка показывать нам, что подфартило, не подфартило. Так что, а экипаж, когда у вас он уже прокачанный, там, 5-6 уровень, очень-очень жалко терять. Потому что снова потом новичков обучать медленно-медленно проходит. Ну вот до 3-4 уровня вроде как оно быстренько идет. А вот уже после 4 это время так тянется уже. Интересная игрушечка, поэтому, друзья, рекомендую попробовать. Я думаю, что вы не пожалеете. Ну, по крайней мере, кому вот сейчас так она визуально понравилась. Такая легкая, не напряжная. Ну, главное не напрягаться. Конечно, напряги будут во время боя. Я пару раз сливал свой экипаж с 6 уровня, то было очень обидно. Так что, ну, наверное, больше нет смысла показывать, рассказывать. Лучше самому попробовать, и вы определите, понравится или не понравится. Ну, на этом я заканчиваю, друзья. Всем хорошего настроения, побед. До новых встреч. Всем пока.